Я верю, что все-таки для всех вас эта бумага, не только бумага, как и сказал, но это свидетельство о том, что вы чисто сердечно хотите быть гражданином Эстонии и сделать все для того, чтобы быть городом, чтобы не только вы, но и ваши дети могли бы гордиться, могли бы быть достойными гражданами страны. Такая замечательная церемония, которая проходит ежегодно, она как-то помогает рекламировать эстонское гражданство среди граждан, она как-то позволяет делать это более торжественной обстановкой. Ну, я надеюсь, я чисто сердечно надеюсь, что все-таки те люди, которые сегодня получали гражданство, или тоже те люди, которые еще не имеют, чтобы они видели, что это все-таки что-то особенное. И гражданство всегда особенное. Это не только бумага, это свидетельство. Это свидетельство о том, что человек в граждане, у него теперь есть все права, и поэтому я надеюсь, что все-таки не только те люди, которые сегодня здесь были, но и медиа, и все другие, все-таки дают информацию большим и большим людям, чтобы все-таки они ходатайствовали бы эстонскую державу. Но все равно, конечно, остается проблема не граждан, это же большое количество, и по примеркам с такими традиционными скоростями займет несколько десятилетий, чтобы все не граждане определились своим гражданством. Что эстонское государство может еще сделать для того, чтобы активнее люди присоединились в сообщество граждан Эстонии? Ну, некоторые изменения мы законодательство уже делали. Первое, что мы знаем, с 1 января дети не должны ничего не делать. Они автоматически получают гражданство. Что касается тоже пенсионеров, то для них тоже легче. Они должны сделать только устный экзамен. И такие маленькие изменения мы год на год уже делали. И теперь, конечно, в первую очередь зависит от детей. Мы должны, конечно, это тоже понимать, что если человек, который уже взрослый, хочет получать эстонское гражданство, то мы конечно, предвидим этого, чтобы все-таки они и говорили на эстонском. Эстонское гражданство, потому что если, например, вы войдете в зеленый статус и будете ходатайствовать там гражданство, то там тоже ведь экзамен языка есть. И поэтому я думаю, что все-таки в первую очередь те люди, которые здесь в Эстонии живут, они сами должны решать, они хотят ходатайствовать в эстонском гражданстве или не хотят. Если у них это желание есть, то, конечно, мы можем делать все для того, чтобы они и получали, потому что курсы эстонского языка это можно получать. И если есть нужда, то еще делать, чтобы человек был бы готов ходатайствовать, то это возможно у нас. Но других послаблений к облегчению на получение гражданства правительство не планирует. Вроде бы тоже слышал. Ну, поживем увидим. Конечно, если мы посмотрим на изменения, то последние изменения только что были сделаны. Значит, они вступят в действие только с 1 января. И тогда уже через год или два можно смотреть, сколько это увеличило гражданство. Тогда уже можем посмотреть, должны мы ли что-то еще сделать или нет. Елена, во-первых, мы вас поздравляем с сегодняшним вашим личным праздником. И скажите, пожалуйста, насколько тяжело было вам подойти к этому дню и получить гражданство? Я с 2005 года начала готовиться к этому дню. В общем, Конституцию было несложно сдать. Закон о Конституции и гражданство. Сложно было сдать мне экзамен на ИИС. Категорию. Я еще сдавала, когда была Альктас, первый раз не сдавала. А вот в прошлом году на Б1 сдала. Было уже проще. Как учили? Где учили? Первый раз я на работе начала учить, потом учила у нас тут языковый центр «Диалог», вот когда я первый раз не сдала. А потом были курсы у нас организованы, забыла, как называется, организация.
В общем, там была очень хорошая учительница. И у нас почти весь курс дала. Я думаю, что весь. Очень хорошо у нас. Вот скажите, вам удалось документ получить или все-таки языком овладеть тоже вы можете общаться? Ой, вы знаете, вряд ли я спокойно могу общаться. Читаю я хорошо, пишу, а вот так у меня... То есть по сравнению с 2005 годом все-таки продвинулось? Ну, конечно, естественно, если я столько лет учу. Просто круг общения у меня эстонцев нет. Для чего вам нужно было получить гражданство? Ну, как для чего? Я не хочу быть сиропаспортом. Я родилась в Эстонии. Я хочу быть гражданкой Эстонии, потому что я здесь родилась, работала и думаю, что так и буду жить в Эстонии. Ну, еще раз поздравляем вас с сегодняшним днем. И, ну, конечно, успехов на ниве освоения эстонского языка. Спасибо.